Доброго денечка или вечерочка, да и просто хорошего настроения. С вами, как всегда, Зипа. Сегодня мы продолжаем проходить мясорубку под названием Нарита Бой. Там, в общем-то, в прошлой серии нам пришлось путешествовать по поезду. Как оказалось, там достаточно злые мобы. Если не смотрели серию, обязательно посмотрите. Остановился я прям аккурат перед самым боссом. Но, по правде сказать, я за кадром попробовал этого босса, и это жопа. Это такая жопа, которую сейчас предстоит вам увидеть. Я не знаю, как я его буду проходить, но он очень крепкий. Может быть, конечно, мне за кадром просто тупо не повезло, я не знал механик, его действий и так далее и тому подобное. Но попыток я сделал, наверное, с десяток. То есть уже 10 попыток у меня за плечами есть. И сейчас посмотрим, сколько их будет. Не переключайтесь, приятного просмотра. Вот он, великий и ужасный Глоув. Глоув, хер его знает, ты кто нахрен такой. Я не знаю, я черт его знает, как его проходить. У него несколько стадий. Вот как вот эту, не знаю, я преодолеть. Я уже 3 удара пропустил. То есть, представьте себе. Четыре. Пять. Вот как я должен, блин, от нее вернуться? Шесть ударов. Сейчас его переконтачит, и он будет вообще жесть что делать. Все, я готов. А у него сердечко еле-еле поменяло ритм. Да, блин. Я тут же похилился. Вот как я должен-то преодолеть, твою мать? Блин, 4 руки, все время забываю, брата. Твою мать. Я не знаю, вот как это преодолеть. Что я должен? Вот так, что ли? Ну да, наверное. Ну, это хер его знает, как надо успеть. Две поймал, блин. Три.
Да блин, просто халява. Так, вот до этой стадии я не доходил еще, кстати. Жесть, у него слегка сильнее стало биться сердце, только слегка. На первых трех стадиях вообще нельзя удары пропускать. Потому что неизвестно, что там будет дальше. Да куда, в какую сторону ты это делаешь? Сильно прыгнул, то есть... Да, ну тогда можно уже заново начинать. И все равно это дерьмо задело меня. Зачем мне красные там и синие и желтый чувак, если я их не могу использовать на боссе? Пропустил. Он все время разные выпускает. Это жесть просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Твою мать, ребят. Жеванный крот. Просто. Сейчас, дайте я... О, я специально не останавливал запись. Я не знаю, сколько я попыток сделал. Я сбился со счета, наверное, на 10-й. Но я вам скажу, что этот ролик на данное убийство... 50 минут я записываю. 50 минут я только бил этого босса. Больше ничего не делал. 50 минут. 50, сука, минут. Поставьте лайк за мои старания. Конечно же, вы все попытки не увидите. Потому что 50 минут смотреть чистую боль, молчание. Я молчал. Я после какой-то там попытки просто тупо замолчал. Потому что это было невозможно. Может быть, на джойстике, конечно, легче, но очень сложный босс. Он очень живучий, очень, сука, сложный. Итак, он нам что-то хочет сказать. Спасибо, Нарита. Хорошая драка помогла мне освободиться от злого кода, которым Stellions заразили меня в оскверненный технобилет. Благодарю, Нарита. Трихром силен в тебе. Спасибо, блин, твою мать. Как я спать теперь буду? Ой, охереть можно. А, вот сразу воспоминания. Это... Какое по счету-то уже не помню. Сейчас посмотрим. Я вспотел как тварь просто. Напишите обязательно комментарий какой-нибудь. Ну, поддержите видео. Лайк. Комментарий. Поделитесь с кем-нибудь этим видео, я не знаю. Ну, это самая лучшая поддержка, которую вы можете оказать вообще, в принципе, каналу, мне. Если вам нравится мой контент, обязательно. Так, это у нас что получается? Раз, два, три, четыре. В смысле, раз. Двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое. Стоп. Двенадцатое, одиннадцатое, десятое, девятое. Это только девятое воспоминание получается. О, оно цветное. У моей двери собрались последователи из множества разных мест. Облаченные в красное, они поддались соблазну темной консоли, что я создавал под влиянием хим. Мощной программы, которая либо была призвана мной, либо сама нашла меня. Какая-то наркоманская берлога, блин. Я помню, как осознал, что печаль и утрата были неотъемлемой частью природы красного луча Трихром. Темная красная могучая сила, нарушившая гармонию моих алгоритмов, красный луч завладел мной, бормоча при этом вредоносный код. Темная программа Хим поднялась и прошептала мне магический и опасный код. Превосходство красного луча жизнь сделалась на... искушений и опасности, силе и страхе. Капец. Он сделал его идолом. Я лишь писал его опасный код в этом измерении. Похоже, он начал распространять свое учение через меня и мой код. Поддавшись его желаниям, я стал гуру его культа. Культа Хим и его Stellions, а культа Красного Луча. Я помню, как он шептал мне, что компьютер, появившийся в результате моей работы, будет назван Stellions Plus. Он сказал, что использует его, чтобы проникнуть в наше измерение и захватить мир. Я помню, как проснулся от летаргического сна, когда меня арестовала полиция. Они появились на землях храма. Чувство оцепенения и похмелья не дало мне осознать истинный размер созданного мной дисбаланса. Итого 9 воспоминаний. Пробежался опять. Так, и чё, сюда?
А я зря налево не сходил. Может быть, там кусок дискеты лежал бы. Можно вернуться? Никак? И чё? Я синий... Не понял я. Какой я не прошел еще? Дом пройден, дом пройден, дом пройден. Не понимаю. Нарита, ты уже здесь. Ты смог добраться до трифукарации. Перекрестка трех порталов. Здесь лучи трихром, на которых покоится код. Так. Что-то я, по-моему, это уже читал. Теперь нужно пройти через портал желтого луча. Король и его подан нуждаются в твоей помощи. Они в опасности, как и в воспоминаниях создателя, что скрыты в их регионе. Будь осторожен, как только активируется портал, твоя миссия станет намного сложнее. Хим понимает, что ты на что ты способен, он уже видит. Ты избран. Ну то я видел. Хера не понимаю. Ну вот смотрите, в дома я войти никак не могу. Портал в столицу Kingdom. Вот, я смотрю, здесь ключик нужен какой-то. Не, его нет. Сейчас я немного изменю схему доступа к столице, чтобы код героя не конфликтовал с имеющимся. Понадобится отрегулировать кое-какие функции и буллеры переменные. Не забудь, что техноключ доступа находится у Синсенсей. Синсенсей. Мы с нетерпением ждем твоего прибытия в столицу. Ты самая сложная и изящно написанная программа, которая когда-либо появлялась в Digital Kingdom. Твой визит — большая честь для нас. Погнали. Ты охерел, что ли? Он ничего не изменил. Короче, в дома я зайти не могу. Стрелка показывает направо. А, вот, их на ключ получил. То, прикиньте, сколько я все три дома прошел, только потом вернулся к этому чуваку. Конечно, я забыл про него. Просто наугад побежал. Вход в столицу Digital Kingdom. Центр управления здания. Западный район. Нарита, наконец-то ты здесь. У нас случилась трагедия. Хим похитил мазерборд. Мы не знаем, как ему удалось разобрать все наши цифры и добраться до нее. Он удерживает ее в ядре, в вакууме, откуда исходит наш исходный код. Мы убиты горем, потому что мазерборд страдает. Мы читаем ее код, и каждая ее строка говорит о неописуемой боли. Хим пытает ее. Тебе нужно спешить, но сначала нужно одолеть другую угрозу. Хим изменил размер некоторых бойцов армии Стелленс и сделал их высокими, как здания. Теперь они сопровождают его, сея хаос и разрушение в столице. Мы думаем, что близость к исходному коду Трихром в ядре позволит коду Хим напрямую питаться от канала Красного Луча. Он стал столь силен, что сумел увеличить приспешников до гигантских размеров. Десяток огромных стеллианс устроили беспорядки в столице. Чтобы справиться с ними, ты должен пойти в Желтый Квартал и получить Биг Нарита от техножрецов. Спаси Motherboard и Digital Kingdom. Да пребудет с тобой Трихром. Что ж, дорогие друзья, на этом мы, пожалуй, закончим данную серию. Уходим по столице уже в следующей серии, чтобы не сильно
смешивать разные события. Если понравилось вам видео, поставьте обязательно лайк. Это всего лишь клик. Что одна? Хер его знает, что одна. Один клик. Клик. Все. Напишите обязательно комментарии, если понравилось все-таки видео, напишите комментарий, поддержите канал. Распространите по возможности это видео среди своих знакомых, родственников, может быть, друзей. И, может быть, именно они станут моими новыми зрителями. Буду очень рад. Если хотите поддержать канал валютой, есть ссылочка в описании, разберетесь. Ну а сами по себе берегите себя. Всем удачи, пока-пока.